Я, короче, хочу жратенький, давай мне жратенький? Да, смотри, время уже 12 часов ночи. Сейчас опять нажрёшься, щеки будут как у хомяка, короче, и все. Да ты шо, ты шо, ты шо? Ты что, ночью хомячишь, а ты? Да ты шо, ты шо, ты шо, брешешь? Не-не, а ты вообще телек смотришь в 12 часов ночи. Ну это можно, а вот жрать 12 часов ночи нельзя, а то будешь толстый какой-то кошара. Ну ладно, уже не толстый. Понятно. Ну вообще приготовишь, да? Ну ладно, ну давай, короче. Ага, все, понятно. Че будешь, ага. Мясо будешь? Да, давай что-нибудь такое пожирнее, короче, чтоб я прямо это... О, всё, давай, смотри, короче. А на спичке заначка. Че, какая? Заначка. Чё? Вон а заначка. Чё, а ну-ка. О, смотри. Оп, все. Все, короче, давай, делай. Я, сейчас, короче, пошла, я, мне тут... Сейчас я куда-нибудь положу заначку, так, куда... О, микроволновку положу. О, смотри, нормально. Смотри, там. Да все, смотрю. Так, все, а что ты там делаешь? Не, ничего, ничего. Какая ты подозрительная, а? Какая-то подозрительная. Ладно. Так, ладно, все, я тут жарю. Так, о, жарится. О, мяско, мяско. Так, так, короче, ребят, у меня идея появилась Евгена затроллить. Вообще, значит, затроллить, чтобы он прям это в штанишки себе наложил, калачик ароматный. Короче, я купила одну штуку, которая меня превратит в очень жуткую, страшную куклу. И, короче, Евген точно обкакается. Сейчас, короче. О, так. Че, видали? Сейчас я, короче, его сзади тыкнул, как следует. Чтобы он это обкакался. Сейчас, что там? Сейчас. Так, так, так. Оп! Те-ре-ти-ти-ти. Да че, кто меня там бьё? Ты че? Ты кто чё такая? Такое? Ты кто что? Такая? Ну, страшно, страшно, тебе страшно, да? Тебе страшно? Кто, ты кто? Где девчонка-то? Ты кто? Тебе страшно? Скажи, тебе страшно, да? Мне страшно, у-у-у, да. Лопату достал, все, значит страшно. Так. Понятно. Короче, я, короче, жуткая маня-кукла. Кто? Маня? Маня-кукла, да, маня-кукла. Теперь уже не страшно, чё Маня? Да в смысле не страшно? Ой, всё-всё-всё, тихо-тихо-тихо. Блин, я застрял, надо меньше жрать. Ты куда пошёл? Я тебе не рассказала до конца. А, блин, да? Ладно, всё, я иду. Ребятушки. Ты чё, куда пошла? Я обратно? Кукла. В смысле? А, привет. Так, ну-ка давай. Короче, я Маня. Привет. Кто? Маня? Да, Маня. Маня, встань. Ой, нет, не встань. Ну, занимание, кукла. Какая ты странная. Ладно, что, давай дружить, вместе жить. Слушай, дружить, я тебя хочу напугать. У-у-у, я страшная, видишь? Ну, как тебе сказать, чтобы тебя не огорчить, Маня? Шо? Шо? Ну, короче, не получается теперь. Да в смысле не получается? Давай, пугай, ну-ка, давай. Да у-у-у, страшно. Вот, смотри, у меня, короче, есть это яйцо. Ой, в смысле, я иногда жемчуг. Короче, смотри, оп, видал, страшно. Все, убегаю так. Тебе правда страшно, да? Тебе страшно? Все, все, я спрятался, все, тихо. Слушай, а куда он ушел? Да смотри, ребят, что это он? По-моему, о, здрасте. Подожди, тебе страшно? Ну погоди, ты скажи. Страшно. Ты где? Да тут я. Напугался? Ну да. Ну что, давай, короче, я тебя сейчас буду это заколдую, короче. Смотри на меня, смотри на меня. Давай, смотри мне в глаза. Смотрю. Давай, все. У-у-у-у-у. Ты че? Гипноз. Подожди, так. Да ты что, ты не досмотрел? Так, короче, раз девчонки... Так ты девчонка, просто переодетая. Ну-ка, ну-ка. Да нет, да в смысле? Ты что? А, ну точно настоящая, смотрите, а? Во, видал, это Маня, кукла. Ладно, короче, Маня, слушай, иди сюда, у меня для тебя работенка есть. Так, давай, че? В смысле, погоди, я... Подожди, ты что? Я да. Тебя пришла пугать, а не работать. Ты что? Ты меня дуришь? Все, у тебя не получается, все, миссия провалена, как говорится, потрачена, все, пошли, короче. Да в смысле не получается даже? Ой, Евген, да напугайся, ты, пожалуйста. Ты не прошла экзамен в школе монстров, по ходу дела. Все, да все, тебе двойку прошла. Куда диплом у меня есть, хочешь, покажу. Давай, где-то там давай. Лежит, короче, полиция. Где-то там лежит. Так, все понятно. Загребаем. Да что, кстати, такая костлявая? Так, кстати, реально, смотрите, а? Да потому что я страшная, видишь? Страшно? Нет, надо, короче... Пошли, я тебе покажу, как надо пугать. Ты что, Маню еще учить будешь? Я вообще самая жуткая кукла из всех жутких кукол в мире, понятно? Да, иди сюда, иди сюда. Маня. Че надо? Че, давай. Че? Вставай сюда. Ты меня закопать, что ли? Нет, вставай сюда. Че? Вставай. Ну, встала, че? Надо, короче, пугать вот так.
Ты что? Полегче. Дядя, ты не прав. Испугалась, да? Да, да, я свой пирожочек зажигаю. О, ничего, у Мани там какой пирожок-то большой. Так, мою сумку ты заглядываешь. Маневскую. Нельзя там смотреть, там это жвачка моя. Ничего, сумка-то какая, ну-ка. Шарики мои там. Ничего там, пирожки, пельмени, так, ладно, пойдем. Оп, видал, оп. Что происходит? Что происходит? Оп, смотри, оп, видишь, какая? Оп, блин. Маня, ты из тебя что-то какая-то этот выпала штука-дрюка. Вернись, верни меня. Все, Маня, все нормально с тобой? Маня, да, нормально. Какая-то Маня у нас, короче, скажем так, не Маня. Да что, я профессионал. А, профессионал. Я тебе сказал, в какой отрасли. Да я профессионал уже, ты что? Так, о, кстати, строители. Вы что, собаки такие, когда крышу доделаете, а? Совсем офигели уже, а? До Нового года осталось чуть-чуть. Ну, у тебя страшный строитель, страшно. Бо-бо-бо-бо-бо. Бля. Ты я обживать просто. Все, вырежешь, короче. Так, ладно. Так, давай, ты, все, пошли. Давай, ты. Чё ты к нему? Короче, он не рыпается на меня. Я же страшная Маня. Да блин, ребятушки. Давай, ну-ка, пугай. Мужик в костюме. Так ну-ка, я тебя сейчас ограблю. Я ограблю тебя. Понял. Я тебя сейчас это, алмазики твои вытащу. Какие неудачные попытки у Мани. Да что они столпились тут все? Мне кажется, они тебя сейчас накернут, а? Слышишь, ну они такие смотрят. Эй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тикаю! И такая потекала, такая. Да блин, они не пугаются, вы шо, ребяточки, ну я же Маня, ну посмотрите на меня. Блин, идите вы, знаете куда, все. Пошел кого-нибудь другого, кого-нибудь. О, девчонка. Давай девчонку, давай, чтобы она пиписнула даже, давай. Я Маня. О, Маня. Страшно? Блин, походу ей это тоже. Да блин, Жик, Евген. Евген. А что ты не? Еще не получается у меня. Ну-ка, дедушка, Сасанта. Ну ты это, напугайся, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну да вот, смотри, у меня страшное лицо. Чего, Сасанта? Это Санта. Короче, ему тоже, короче, плевать, походу. Да, что ты точно никого не можешь напугать. Короче, Маня, так скажем, ты очень. Короче, мне грустно, ну что это вообще такое? Я какая-то бессильная. О, даже уменьшилась, смотрите. Ну-ка. Че? О, ну-ка, а еще раз вот так, о. О, смотрите, ого, ничего себе. Я что, уменьшаюсь? Смотри, я не должна уменьшаться. Я что, в землю втаптываю? Я что, все, погибаю. Нет, все, ладно, пошли, тебя успокою, пошли. У тебя, скорее всего, кризис среднего возраста. Да в смысле? У меня нет среднего возраста, ты что? Есть, я молодая, я сочная Маня. Сочная Маня? Костлявая Маня, так скажем. Нет, я не костлявая, нет, ты что? Чисто, короче, окорок куриный. Ладно, иди сюда. Да нет, это же окорок, это креветка. Ну, в смысле, вкусная. Так, ладно, на тебе зельку, сейчас я тебе. В смысле, это, какую зельку? Так, ну-ка, зачем ты меня напоить хочешь? Оп. Ты что, хорош зельками бросаться, что творишь? Так, на хочешь кушать? На, мяско, на, ешь. Тебе надо успокоиться, да. Подумай, что ты неудачница. А я не хочу есть. Я не голодная, я не голодная. Есть, видишь? А, ну все, пошли работать, пошли работать. Работать-то. Ну блин, да в смысле, ребят, все, единственное, что у меня остается, походу, это работать. Ну да, что? Недееспособная. Маня по профессии, короче, не пошла пугать людей. Пугальщицы людей. Все, пойдем, пошли. Да иду. Давай, Маня, давай, своими культяпками мельчиши быстрее, давай. Это у кого еще культяпки, посмотри, у меня тут ножки стройные, видал, я Маня, все. Да, так, ну-ка, нам надо, у тебя блоки есть? Нет, какие блоки, ты о чем? Мы крышу идем, ладно, так, ну-ка, что тут, она говорит, паркур, все, пошли паркур проходить. Давай, проходи, Маня, я посмотрю, какая ты ловкая, давай. Кошмар, я в шоке, ребят, ну че, связалась с этим. Давай. Там алмазик будет, не отдашь. Блин, смысл тебе, Давай, ну ты че, не рыпайся. Ну, алмазик мне, если я пройду. Мне алмазик, блин. Блин! Смотрите, я какая, давай. Так все, сейчас. Оп. Ого, ну-ка. Блин, опять на том же месте, да шо, смотри, хочешь, я покажу, смотри, оп.
оп. Ты чё? Оп. Круто? Ты чё творишь? Я ваш паркур. Ты что, демон, ты что творишь? Учись давай. Оп. Хотела так же. У меня вообще получилось, да? А, почти. Сейчас, смотри. Так. Оп. Ну почти. Я поняла, как это ты делаешь. Я поняла все. А, давай. Только поешь, а то рассыпешься. Да не, у меня все нормально, все лично. Да, ну ладно, давай. Погнала, давай. Я же мани волшеб... Блин. Да почему? Ты уже алмазик заныкал? Конечно. А зачем я тогда прохожу? Да я не заныкал, давай. Оп. Ты чего не умеешь? Смотри. Я тебе покажу. Смотри, мастер-класс. Оп. Да блин, я же... Я почти даже... Ладно, все. Я не буду тебя пытать, Маня. Оп. Ну что? Все. А алмазик мой? Да не. Я Маня, я хочу Маня. А тебе? Маня любит алмазики, давай. Да? А тебе лопатой по губе. Ай, да ты шо? Чего ты отбегаешь? Все. Боишься? Пойду, короче, нажалуюсь свое правительство страшных Мань. Они придут и тебя, короче, это, отпинают, все. Да? Ладно, хочешь алмазик? Да, хочу, давай. А на что ты готова ради алмазика? Чего? Я тебе Маня, а не, знаешь, или кто-то. Ладно, все, пойдем, Маня. Маня. Чего? Маня. Короче, да что? Пошли, сейчас я тебе работу дам, пошли. Опять? Да в смысле? Моя работа пугать людей, так что ты должен бояться. Давай, короче, выйдем на улицу. Погоди. Так, выйдем на улицу, короче. Так, ага. Я тебя напугаю, ты напугаешься, делаешь вид, что тебе страшно, и все остальные тоже напугаются. Все? Ну ладно, давай, ну-ка. Давай. Так, ну давай к этой толпе подходим, давай, ну-ка. Давай. Ты готов? Готов? Да, я готов. Давай. О, смотрите, тут кто-то, а? Смотрите, страшно, все! Страшно. Убегаем! Да чё, им походу того, короче. Ну-ка. Они даже пошли, они разошлись. Ну-ка, ваншотни их мечом. Оп! О, смотри, накер! Блин, нет! Накернула, видала, да, как она тебя чистит? Какой-то так синего с прогиба, на тебя. Да, почему мои пугания страшные? Ладно, пошли, я тебе дам работу, которая тебе будет по плечу, пойдем за мной. Почему? По плечу. А зачем мне по плечу? Ну это так типа называется, что типа поэта. Короче, ты не думай, ты не рассуждай, иди сюда. Да иду. Короче, ты мне будешь, понимаю. Смотри, задание, будешь у меня сейчас кашеварить и убирать все, давай. Я буду готовить и убираться? Да ты что, хонишь? Я что, домохозяйка? Да. Я Маня, ну, ты не услышишь мое имя. Ты как раз очень похожа на домохозяйку. Смотри, у тебя здесь такая, типа, фартучек, здесь платьице такое тут. А ты очень похож на человека без определенного места жительства, короче. На бомжа я бомж, да. На бомжа? Да. Давай вот так ручонкой. О, смотрите, так, давай. О, прикольный, у вас такой пол такой прикольный. Смотрите, так, как ручонка. Чё? Чё пол мне ломаешь? Ничего ломаю. О, пима. Ну, как хотел его назвать. Ну ладно. Так, ну-ка. Чё, не могу. Не могу его взять. Ну да, потому что факел у тебя в руках. Глупая ты, Маня. Я глупая Маня, походу. Да. Так, Кутя. О, так ты что, девчонка, что ли? В смысле? А что у тебя руки, девчонки? Какие руки? Ага. Блин. Так, ну-ка. А что-то, по-моему, палец. Ну-ка. Ну-ка, друзья, по-моему, это какое-то палево было, ну-ка. Так, что ты, ну-ка, приход делал девчонка, да? Да не девчонка, я дышу. Подозрительно. Медведь, ну-ка, что ты скажешь? По-моему, она девчонка, а? Миша, не сдавай, Миша. Миша, ну-ка, давай, шептай. Ну-ка, чё? Чё говоришь? А? Ага. Так, ну-ка, чё? Да фу, Миша, ты чё? Вот, чё это? Ну, я тебе не скажу, но он, короче, кое-что облизывает, капец вообще. Говорит, большие шары. Фу, всё понятно. Так, ладно. Короче, ладно, раз ты не пугаешься, я тогда пошла. Всё, я ухожу тогда. Стой, стоямба. Чё? Иди сюда. Убирайся давай лучше. Да не буду убирать, я. Ну ты свои ручки так вообще прикольно мельтешишь. О, смотрите. Ты чё? Ой, бутылку разбила. Кого? Банку разбила, вот банку. Стоит, ты чё?
Я ухожу. Маня, пугальщица здесь не нужна. Все. Не, ну-ка, подожди. Стой. Куда я пошла? Да стой, всё, я ухожу. Стой. Ну-ка, ты что, давай, пошли. Ладно, уходи, все. Ты со мной уходишь? Да, я с тобой хожу. Да не ходи. Короче, со мной. Я кое-что понял. Ну-ка, иди-ка сюда. Че ты понял? Не ходи за мной. Мне надо вот переодеться. Вот. Ой, в смысле. А, короче. Все, ну-ка, иди-ка сюда. Че? Ну-ка, вот сюда встань, вот сюда в угол. Ну-ка. Зачем мы вообще в чужую квартиру пришли? Че? Ты не думай, ты не расслышишь. Так, ну-ка сейчас мы ее. Вот так. Вот, Натя! Натя! Ты что говоришь? Не, да е! Ага! Краска-то смылась! Ой. Это ты была! Да блин, да Жек, даже не дал мне нормально тебя затроллить. Че, побояться не мог? Ты же знаешь, как я пугаю. Я не умею пугать, короче. Да, не умеешь, короче, пугать. Ну ладно, в общем, ну знаешь, такая жуткая шаманя была. Да, получилось, правда? Ну, получилось. Ебой. Че? В общем, все, дорогие друзья, ставьте лайк. Да, ребячки, подписочка. И вообще, скажите, как вам мой этот пугающий момент? Да, напишите, как она пугала, короче. Хорошо или плохо, или вы смеялись. В общем, подписочка, конечно же, на канал. Лайкусик, колокольчик. Комментик и колокольчик. Колокольчик. Всем покусик. Покусик.